Первую весть о Великой Победе 9 мая 1945 года уральцы услышали от диктора областного радио Мируэрт Жалдыкаировой. Сегодня она празднует 90-летие. Аким области Нурлан Угаев поздравил ветерана труда с юбилеем. На торжественном приеме присутствовал наш корреспондент Марина Горбук. Мируэрт Жалдыкаирова – заслуженный ветеран труда. Начало ее трудового пути совпало с началом войны. В 1941 году она устроилась на работу в Жембетинскую среднюю школу. В 1946 окончила филологический факультет Уральского пединститута. При этом во время учебы успевала работать диктором областного радио. Мы знаем, что вы больше полувека проработали в университете, имеете много наград. В 1945 году вы первые сообщили западноказахстанцам о победе. Ваша биография – пример для всей молодежи. Мируэрт Жалдыкаирова с трепетом вспоминает 9 мая 45-го. Сообщить о победе первой было для нее честью. В 1945 году 9 мая утром 6 часов объявила День Победы. Я в последнем предложении тогда объявил: сегодня у нас великая победа, Гитлеру капут. И после этого мы другим дикторам шли, радовались, от радости даже плакали. И народ так принял это сообщение. Все радовались. Марина Горбук, Дурен Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.